Паводки текущего года превысили масштабы предыдущих, а их пик еще не пройден. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий. Наиболее крупными за 30 лет считались те, что произошли в стране в 2012 и 2017 годах. Президент раскритиковал прогнозно-аналитическую работу Казводхоза и Казгидромета, а Акиматы, МЧС и Министерство водных ресурсов за уклонение от ответственности. Работу чиновников глава государства охарактеризовал отрицательно. Президент поставил перед ними ряд задач. Первостепенное – не допустить человеческих жертв и учесть допущенные ошибки, а также провалы. Он поручил максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Нацгвардии, Вооруженных сил и КНБ. Кроме того, по мнению главы государства, ситуация может резко ухудшиться в любой момент. Касым-Жомарт Токаев поручил оказать пострадавшим гражданам всю необходимую помощь. Для этого задействовать как резервы правительства акиматов, так и средства фонда «Казахстан халхына».